300-летний юбилей отметил главный надзорный орган России. Торжественным концертом в областной филармонии отпраздновали День работника прокуратуры. Лучших сотрудников наградили ведомственными знаками отличия, медалями и званиями. Также были подведены итоги конкурсов «Лучший по профессии». Дорогие мои друзья, коллеги, каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие государства. Вы яркие личности и достойные представители нашей многонациональной страны. Лишь я и члены вашей семьи знают, сколько умственных, моральных и физических сил вы вкладываете в служение народу. Торжество собрало действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры. Поздравить коллег пришли представители других силовых структур, которые активно взаимодействуют с прокуратурой в ходе своей деятельности. От имени правительства автономии сотрудников ведомства поздравил заместитель председателя правительства ЯО Илья Семенов, поблагодарив их за активную работу по предотвращению преступлений на территории автономии. От имени губернатора нашей области Ростислава Эрстовича Гольштейна, правительства области и себя лично хочу поздравить вас с 300-летием со дня образования прокуратуры России. Органы прокуратуры укрепляют законность, охраняют общество от произвола и несправедливости. Рассказал о совместной продуктивной работе по формированию законопослушного общества и председатель областного законодательного собрания Роман Бойко. Парламентарий отметил важность органа и участие его во всех сферах жизни граждан. На протяжении долгих лет между прокуратурой Еврейской автономной области и законодательным собранием складывались конструктивно продуктивные взаимоотношения. Ни один закон области не рассмотрен без участия прокуратуры. День работника прокуратуры отмечается в России с 1996 года. 12 января выбрано потому, что именно в этот день 1722 года указом Петра I при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора. С тех пор и принято отчитывать существование Института прокуратуры в России. Главной задачей органов прокуратуры является надзор за исполнением законов на всей территории Российской Федерации. Это соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, особо незащищенных слоев населения, инвалидов, ветеранов, детей. Поблагодарил Заурбек Джанхотов и работников средств массовой информации за активное сотрудничество и освещение деятельности прокуратуры. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.